получается много банок красок. Я их, ну, по складу там, ну, тепло-холодный, допустим, холодный, там теплый, теплый, да, то есть. Потом какую-то, допустим, к примеру, гамму определяю себе, там, будет, допустим, там синий, там какие-то еще цвета, их как бы в группу. Вот. И потом уже приготовил эту смесь, ну, чем можно разбавлять уже нормально. И пошел процесс уже конвейерный этот. То есть красишь уже без остановки. То есть, так. На какой-то работе можно остановиться. Но, например, ну, понравилось каким-то пятном или каким-то вот что-то вот есть, его можно отложить. А другие, они тут в процессе высохнут, складываются, отбираются и опять. И так, в принципе, ну где-то порядка трех циклов где-то. Здесь очень много акцентов. Одни берут там, например, чисто какие-то сюжетные линии, да, которые соединяются. Их надо соединить, потому что можно повесить вообще тут подбить. А с другой стороны, есть такой чисто очень важный для экспозиции момент декоративизма, декоративности. Ты должен взглядом переходить от цвета к цвету, вот с моей точки зрения, если это выставка в цвете. Потому что здесь работы очень разные, несмотря на то, что, кажется, делает по одному принципу, но они все очень разные. Они наполнены совершенно разным смыслом. И, знаете, сначала я немножко так побаивалась, думаю, ну вот опять скажут развлечения, что-то легкомысленное. Нет, ну здесь все, понимаете, здесь и восход солнца, и землетрясение, и заход, и все, что хотите.